Я задам вам один вопрос и дам секунду подумать. Кто из вас считает себя везучим человеком? Только Рамон. А кто считает себя невезучим? Понял. Можете опустить руки. А вы, мистер Корман? Что-что? Вы не подняли руку. Я? Нет, мне... Мне в этой жизни повезло. У меня тревожность или паника. Что-то среднее. А в чем разница? Я сегодня не смогу прийти. Что тебя беспокоит? Да все. Мне кажется, что я просрал свою жизнь. И просто никудышный человек. Идеальная жизнь или партнер не достаются нам просто так. Я ушла от тебя не потому, что ты стал учителем, а потому что думала, что занимаюсь любимым делом с любимым человеком. Как выходные? Прекрасно. Крутой, что ли? Парни, отстаньте. Всех с понедельничком. Моя жизнь просто катастрофа. Мы все ожидаем, что у нас все в жизни будет получаться. Но когда начинаются трудности, кажется, что настал конец света. Устал так себя чувствовать? Купи утяжеленное одеяло. За 250 баксов? Можем сделать свое. И как ты это себе представляешь? Тебе спокойнее? Нет, не особо. Вечно думаешь о том, что должен был сделать, но не сделал. Иногда я бываю негативным и хочу это изменить. Ничто не идеально. Почему тебе так трудно это принять? Но главный вопрос в том, что делать дальше. Мистер Корман.